Привет, я Лунтик, я снова с вами. Икебана. Ай, еще. Давай. Вы что натворили, хулиганы? А что такое? Вы своими играми устроили здесь настоящее побоище и погубили очень редкие цветочные культуры. Подумаешь. Придется вам все убрать, иначе на поляну вас больше не пустим. И никаких игр, пока не наведете порядок. Побоище, редкие культуры. Заладили. Надоело. Подметай, а то на поляне больше не поиграем. Ой-ой-ой, тоже мне напугали. Я себе новую поляну найду. Еще лучше этой. Но это же моя любимая поляна. Ну, значит, мети, раз любимая. А я устал. Фу. А ничего получилось. Красивый букетик. Нужно только перевязать. О! Вупсень, пойдем, я тебе кое-что покажу. Вот, собрал, пока ты спал. Я назову ее «Весенний ураган». Нравится? Это я тебя сейчас знаешь, как назову? Ты хоть понимаешь, что делал с мусором? Играл? Вот именно! Представляю, как нам влетит! А-а-а! Надо прятаться! Пупсень! Надо... Пупсень! Вы закончили? О, ничего себе! А это еще что такое? Это что, гусеницы сделали? Вот это да! Вот мы допрыгались, доигрались. Вот ты и доубирался. Нас теперь точно на поляну не пустят. Пупсень, Пупсень, вас деда всюду ищет. Это вы сотворили? Хочет поговорить про эту вашу. Пупсень, Пупсень, вот это? Девочки, вот они. Это они эту штуку сделали. А, Пупсень, подожди. Ребята, может, хватит убегать? С вами просто поговорить хотят. Честное слово. Пупсень! Пупсень! Вы где? Пупсень! Доволен? Мы теперь в розыске. Скоро наши фотографии везде будут красоваться. Пупсень, смотри! Вот она! Как думаешь, зачем они ее сюда принесли? Ой, не к добру, не к добру. Да, Пупсень, а ведь красивую вещь ты сделал. Ничего они не понимают. Пупсень, Пупсень. Придется от нее избавиться. Утопим в пруду. О, помогай. Стойте. Спасена. Ура! Ура! Погоняли вы нас, конечно. Так вы на нас не сердитесь? За что? Ведь эта штука такая... Потрясающая! Изящная! Грандиозная! Вспомню, икебана! О! Икебана – старинное искусство создания цветочных композиций. Оно пришло к нам с востока. Вот здорово! А вы можете и меня научить собирать эту кикебану? И нас! Просим! Ну, можно завтра на поляне собраться? Потрясающе! Ура! Вот так гусеницы нашли новое увлечение, которое пришлось по душе и взрослым, и детям. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Капелька. Какая красота! Ой! Ой! Ой-ой-ой!
Хорошо. Лови! Взял! Держи пас! Удар! Осторожно! Мои капельки! Какие вы неаккуратные! И что тут особенного? Да, мила, это же обычная росинка. Никакая она не обычная. Ничего вы не понимаете. А, ладно. О как! О, сладкие какие. Все, наелся, больше не могу. Пить хочется. И мне. Смотри, Вупсень. Теперь моя капелька. Не бойся, я тебя в обиду не дам. Какая огромная капля! Ты чего? Тебе воды жалко? Идите на ручей, там полно воды. А это моя капелька. Жадина! Вот мы и спрятались. Где же здесь паутину-то повесить? А, вот тут хорошо. Ай, дядя Шнюк, я из-за вас чуть капельку не уронила. Ой, ну извини. Ай, капелька. Вот мы сейчас спрячемся здесь. А тебе не вредно играть на солнце? Оп! Я и сама могу быть солнцем! Вот здорово! А что ты еще можешь? Я все могу! Проснись, Мила! Тебе голову напечет! Кто взял мою капельку? Это вы ее забрали? Очень нужна нам твоя капля! Наверное, на солнце испарилась! Не плачь, Мила! Их будет еще много, и ты сможешь выбрать любую. А мне не надо любую. Мне надо мою, большую, любимую. Дождик, бежим домой. Угощайтесь, угощайтесь, ребята. Горячий чай да малиновое варенье. И не простудитесь. А что Милочка у нас такая грустная? Ее любимая капля на солнце испарилась! Все капельки собираются на небе в облака. Может быть, именно твоей капельки не хватало облачку, чтобы набрать сил на дождик. А без дождика у нас не было бы ни цветов, ни ягод, ни меда. Смотрите-ка, вот и солнце вышло! Ух ты! Вот это да! Значит... Без моей капельки и этой красоты не было бы. Как прекрасна полянка после летнего дождя. И где-то здесь есть и Милина подружка Капелька. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Новые друзья. Фу! Привет, Мила! Привет! Смотрите, какую огромную доску я притащила. Это для сиденья. Мила, мы с Лунтиком решили не строить качели. Почему? Мы хотим построить беседку. На качелях кто-то один может качаться, а в беседке все могут спрятаться от дождя, например, или от жары. Как же качели? Я так хотела, чтобы вы с Лунтиком меня покачали. Мила, мы хотим сделать что-то не только для себя, но и для других. Вот пусть другие строят себе беседку, а я хочу качели. А я не хочу качели. И вообще, это же не ты будешь строить, а мы с Лунтиком. Так что как мы решили, так и будет. Ну и стройте тогда сами свою беседку, только без меня.
Эй, Мила, зачем тебе такая большая доска? Она в нее играет вместо куклы. Ха-ха-ха-ха. Пошла спать укладывать. Слушайте, вам еще не надоело траву жевать? А что, у тебя есть что-нибудь повкуснее? Есть, вот это. Конфета! Вы получите ее, если поможете мне кое-что сделать. Говори, что делать. Ради конфеты мы на все согласны. Нужно построить качели. Вон там, на полянке. Какие красивые качели получаются. Кроме вас, мои дорогие гусеницы, никто не смог бы такие сделать. Осталось привязать здесь и здесь. Как здорово! Вы такие милые! Покачайте меня, пожалуйста. Как с вами весело! Все, теперь буду дружить только с вами. Что? Мила, как ты можешь так говорить? Ведь это мы твои друзья, а не Вупсень и Пупсень. Ну и что? Теперь я с ними буду дружить. И вообще, пчеленок, подслушивать нехорошо. Иди, ставь там свою беседку. Она с Милой не трогай. Вас с Милой? С каких это пор вы стали с Милой? С сегодняшнего дня! Мила, если ты сейчас же от них не уйдешь, я с тобой больше никогда не буду разговаривать. Почему это я должна уходить? Тебе не нравится? Ты уходи. Нет, ты уйдешь от них. А ну иди сюда. Мы тебе покажем, как трогать нашу Милу. Лови его. Стойте! Перестаньте! А ну стой! Держи его! Стой, говорю тебе! Опа. Поймал! Тяни сильнее, Пупсень! Как вам не стыдно обижать маленьких? Да они нас обижают! Мы им еще покажем! Пошли, Пупсень! А конфету? Мила, ты нам конфету обещала! За что это она вам конфету обещала? За то, что мы ее на качелях покачаем! Вот ваша конфета! Так ты специально подговорила гусениц, чтобы нам настроение испортить? Вовсе нет! Просто мне не нравится, что вы совсем не считаетесь с моим мнением! Ребята, да что тут происходит? Мы договорились сделать качели, но пчеленок с Лунтиком передумали и решили построить беседку. А я не хочу беседку. Хм. А что, если построить и качели, и беседку одновременно? А как это? Вот так в лесу появились необычные качели. Или все-таки беседка. Неважно. Главное, все поняли, что ссориться вовсе не обязательно. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Кавалеры. Фу, какие глупые и невоспитанные. С такими манерами вы никогда не станете бабочками. Это еще почему? Потому что все бабочки-мальчики настоящие кавалеры. Кава? Что? Кавалеры — это те, кто умеет вести себя с девочками. Это как? Это когда ухаживают за ними, дарят цветы и делают комплименты. Что? Комплименты – это такие красивые слова, которые говорят, когда хотят сделать кому-то приятное. Вупсень, я хочу быть бабочкой! Да, а вы можете нас научить, как стать кавалерами? Ага. Я рад был провести этот день в обществе таких прекрасных бабочек. Вы так очаровательны и милы. Позвольте вас угостить.
Неправда, я очень хорошо умею строить башни. Ты ничего не понимаешь в строительстве. И только зря целый день с нами споришь. Почему вы так говорите? Ребята, не ссорьтесь. Мила, не плачь, пожалуйста. Смотри, Пупси, еще одна девчонка. Сейчас потренируемся. Милая Мила, почему вы плачете? Разрешите подарить вам этот букет. Он так подходит к вашим глазам. Спасибо. Я хочу построить замок, а ребята говорят, что я не умею. Фу, какие грубияны! Не хотите ли отведать этого вкусного нектара? Спасибо. Ах, не стоит благодарности. Это просто удовольствие ухаживать за такой обворожительной божьей коровкой. Позвольте нам помочь построить ваш замок. Я не знаю. Соглашайся, Мила. С Вупсинем и Пупсинем. Мы научили их, как нужно вести себя с девочками, если они хотят превратиться в бабочек. Так что, Мила теперь будет играть только с гусеницами? Ну уж нет. Мила, давай украсим башню вот этим камушком. Не нужен ей твой камень. Мы лучше положим здесь вот этот цветочек. Мила, а давай построим рядом вторую башню. Какая еще вторая башня? Замок готов! Мы лучше пойдем потанцуем. Правда, Мила? Ой, сейчас будут танцы. Давайте подыграем, девочки. Но мы тоже хотим танцевать с Милой. Мы друзья Милы. Давайте танцевать вместе. Фу, какие-то друзья. А мы кавалеры. А ну, брысь, малышня. Мальчики, не ссорьтесь. Мы можем играть все вместе. Вот еще. Нам здесь никто больше не нужен. Мы кавалеры и скоро станем бабочками. Да, бабочками. А мне кажется, вы не настоящие кавалеры. Почему это? Деда говорил, что настоящие кавалеры вежливы со всеми. Со всеми? Почему вы нам сразу об этом не сказали? Вы нас просили научить, как ухаживать за девочками. Мы и научили. Эй, куда вы? Мы должны за вами ухаживать. Мы хотим стать бабочками! Учите нас всему остальному! Фу, какие грубые! И невоспитанные! Да, гусеницам еще многому надо научиться. Но мы-то можем быть кавалерами? Мила, ты такая замечательная! И нам так нравится с тобой играть! Прости нас, пожалуйста. Мы не хотели тебя обидеть. И ты очень хорошо строишь замки! Ребята, вы настоящие кавалеры! Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Волшебный голос Пупсиня. Да брось ты эти пластинки. Лучше пойдем траву жевать. Смотри, какой смешной. О, поет. Я тоже петь умею. Можно браниться, можно сердиться, но не вруби. Эй, ты меня слышишь? Пупсень, этот ящик сделает нас знаменитыми. Кажется, Пупсин. Этого не может быть. О! Браво, браво! Браво! Пупсин, какой ты талантливый! У тебя просто волшебный голос. Да он никогда не умел петь. У него вообще голоса нет. Слышишь? Бежим туда. Какой красивый голос. Это он только репетирует. Вечером будет концерт. А Вупсинь где?
можно браниться. Что-то здесь не так. Я скромный. Какой ты талантливый. Пупсень, спой еще. Пупсень, у тебя просто волшебный голос. Пупсень, спой. Пупсень, начинайся. Пупсень, проснем. Как у пташки крылья, ее нельзя никак поймать. Тщетны были бы все усилия, но крылья... А что это ты тут делаешь? Не твое дело! Ну-ка, выключай пластинку! А ты томный вид, безответная на угрозы. Сейчас все узнают, какие вы обманщики! Никто ничего не узнает! Законов всех она сильней. Меня не любишь, но люблю я. Так берегись любви моей. Меня не любишь, 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 не любишь. Как у пташки крылья, ее нельзя никак поймать. Тщетны были бы все усилия, но крыльев ей нам нет. Я же говорил, что они обманщики. Позор. Так это игра Патефон? Нас обманули? Обманщики. Позор. Пупсеню так понравилось быть известным, что он решил научиться петь по-настоящему. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Доверие. Мила, еще вон те две. Так, теперь короткую соединить с длинной. Да, эту туда. Здорово, малышня. Что это вы тут делаете? Дельтаплан. Дядя Корней помог сделать чертеж. А мы теперь собираем. А зачем? Чтобы летать. Летать! Как бабочки. Мы тоже будем летать. Хитрые какие. Мы трудились, а они придут на все готовое и будут летать. А давайте им тоже что-нибудь поручим. Да, поручите нам. Да ты что, Лунтик? Им ничего доверить нельзя. Они безответственные. Ну и подумаешь, очень надо. Неужели нам совсем ничего доверить нельзя? Противная малышня, мы тоже хотим летать. Пупсень, Пупсень, подождите. О, завтра запуск, а мы не успеваем. Хотите помочь? Надо сделать вот такую перекладину. Сможете? Да! Конечно! Сможем! Только, понимаете, это мне поручили. И если вы подведете, дельтаплан не полетит. Не полетит? Мы не подведем! Не годится! Нет, слишком тонкая! Некогда, завтра пообедаешь!
Это большая. Годится. Фу, как я устал. Зато завтра мы будем летать. И никто уже не скажет, что мы безответственные. Доброе утро! Привет! А вот и я. Перекладина где? Забыл? Сам забыл! Растяпа! Почти все готово. Теперь перекладина и эмблема. Лунтик! А давайте сначала эмблему повесим. Лунтик, где перекладина? Ты что, не сделал ее? Лунтик, как же так? Мы сделали! Мы несем! Лунтик, ты что, доверил гусеницам делать перекладину? Да, доверил, и они не подвели. Мы летаем! Как бабочки! Лунтик не побоялся доверить гусеницам важное дело и не ошибся. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Обещание. Что ж, вроде закончил постройку водопровода. Дядя Корней. Здравствуй, Лунтик. Лунтик, 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 постой, Лунтик. Да, дядя Корней. Лунтик, ты мне очень нужен. В колодец упали мои инструменты. Они на дне, в воде. А без них не закончить починку этой трубы. А зачем нужна труба? Чтобы вода из колодца была у каждого дома. Помоги, пожалуйста, достать инструменты. Хорошо, только быстренько отнесу нектар. Баба Капа очень ждет, а после приду и помогу. Обещаешь? Я на тебя надеюсь. Да, дядя Корней, я быстро, обещаю. Хе-хе-хе. Здравствуй, дедуля. Хе, здравствуй, Лунтик. Странно, воды нет. Баба Капа, Баба Капа, я принес нектар для каши. Ой, каша. Спасибо, Лунтик. Осталось только подсластить кашу нектаром и будем обедать. Хорошо. Вкусно пахнет. Сейчас будем кушать, деда. Это здорово. Здравствуйте! Здравствуй, поешь с нами каши? Спасибо большое, я недавно обедал, но мне очень нужен Лунтик. Я сейчас играю с Милой и Пчеленком в мяч. Они меня обыгрывают. Будешь играть в моей команде? Хорошо, спасибо, было очень вкусно. Я побежал? Беги, только к ужину возвращайся. Где же Лунтик? Ай! Мне кидай!
Ура! Где... Чем же лунтик занят? Почему он не идет? Ура! Лови, Мила! Лунтик! Лунтик! Поймал! Ура! Мила, давай! Честно, поймал лунтик! Ой, ой, ой! Лунтик, ты где? Мила, давай, ты уже близко! Лунтик, лови! Это что, дождь? Ой. О, нет, это Корней Корнеич! Я же ему обещал! Лунтик, ты куда? Корней Корнеич! Лунтик! Корней Корнеич, я прибежал вам помочь! Куда ж ты пропал? Срочно нужны инструменты! Что случилось, Корней Корнеич? В колодец упали мои инструменты. Только Лунтик умеет плавать под водой и может достать их со дна. Я готов. Давай я подержу каску. Хорошо. Вы, ребятки, подайте Лунтику траву. Хорошо, сейчас. Осторожней, Лунтик. О, Мила, подай, пожалуйста, эту отвертку. Вот. Спасибо. Ой, вода. Фу, спасибо, друзья, за помощь. Простите меня, дядя Корней, я забыл про обещание. Главное, что ты вспомнил о нем и тут же прибежал и помог мне. Спасибо тебе, Лунтик. А мы еще в мячик не доиграли. Да, точно. До свидания, дядя Корней. Хорошо, что Лунтик, хоть и с опозданием, но вспомнил о своем обещании. Иначе водопровод так и не удалось бы починить. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Вот так красота получилась. Бабуля будет довольна таким подарком. Ну вот, испачкалась. Пока сохнет, письмо бабуле напишу. Облачко. Облака так похожи на пушистые перышки. Интересно, они такие же мягкие? Не знаю, я бы с удовольствием их потрогал. Вот бы к нам спустилось хотя бы одно. Пусть самое маленькое облачко. Не может быть! Облачко! Оно нас услышало? Оно и правда мягкое! И пушистое. Наверное, оно хочет, чтобы мы его погладили. Оно же испачкается. Ты такое белое, тебе нельзя ходить по земле. Лучше лети. Лети же! Что это с ним? Может, оно еще маленькое и не может взлететь? Что же нам делать? Давай я сбегаю и спрошу дядю Корнея. А ты пока последи за ним. Хорошо. Здравствуйте, Корней Корнеич. Здравствуй, Кузя. А вы не знаете, как ухаживать за маленькими облачками? Опять фантазируете? Ну, вообще облака питаются водой. От этого они растут, становятся большими. Спасибо за совет. До свидания, Корней Корнеич. До свидания. Ха, придумают же, ребятки. Я узнал, что облака питаются водой. Точно. Может, оно кушать хочет. Пойдем скорее к ручью. Ну вот, готово. Где же шаль? Была же здесь. Ух, хорошо! Мягенько! Моя шаль! Что вы наделали? Это вы что наделали? Мы этот пух полдня собирали. Извините. Смотри, облачко, сколько тут воды.
Видишь, как оно обрадовалось? Зацепилась! Мы поможем тебе! Все, тащи меня! Кузя, я не смогу тебя поднять! Раскачай меня и подбрось к берегу! Я приземлюсь! Хорошо! Ква! Клава, стой! Стой! Не бойся! Отдай облако! Отдай наше облако! Ой! Прости, облачко! Не найду я эту шаль. Она может быть где угодно. Ребята, а вы-то чем расстроены? Нам облачко жалко. Мы хотели, чтобы оно спустилось к нам. И облачко послушалось. А теперь оно летать не может. И уже никогда не вернется к себе домой. Ну-ка, дайте его мне. Моя шаль нашлась! Какая шаль? Я сплел ее в подарок для бабушки. Где вы ее нашли? Она спустилась к нам с неба, и мы думали, что это облачко. А оказалось... Ну и что? Зато мы нашли подарок для бабушки дяди Шнюка. Значит, все облачка там, наверху? Ура! Друзья вовсе не расстроились, что вместо облачка к ним спустилась шаль. Кто знает, каково облакам на земле. Главное, что на небе им точно хорошо. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Легко и высоко. Ой, девочки, я так наелась. Ой, я не верю своим глазам. Она что, собирается съесть целую ягоду? Сдается мне, что кое-кому надо меньше есть. Иначе кое-кто скоро вообще не сможет взлететь. Но и уж точно не сможет порхать так же легко, как бабочка. И так же высоко. Легко и высоко. Значит, надо меньше есть. Летать легко и высоко. Летать легко и высоко. Здравствуйте, я за Лунтиком. Ой, приятного аппетита. Не стесняйся, угощайся. Пироги, пальчики оближешь. Спасибо, но мне надо меньше есть. Какой ужас, так ведь и похудеть можно. А я и хочу похудеть, чтобы летать легко и высоко. Поэтому я лучше бабе Капе помогу на стол накрывать. Мила, что с тобой? Бедняжка, совсем сил лишилась. Ничего я не лишилась. Я просто становлюсь легкой и еще к этому не привыкла. Привет, Кузя. Привет. Может, поиграем во что-нибудь? А скажи нам, вот ты так легко и высоко прыгаешь. Да, ты, наверное, мало ешь. Вон какой худой. Я много прыгаю и вообще много двигаюсь. Вот видишь, Мила, Кузя просто много прыгает. И ты куда? Прыгать. Ой-ой. А что происходит-то? Я хотел Миле доказать, что ей совсем не обязательно меньше есть, чтобы высоко летать. Летать легко и высоко. Ой, ой. Летать легко и высоко. Хочешь землянички? Нет, я еще не такая легкая, как бабочки. А нам говорят, что если голодать, то сил не будет. И тогда не полетаешь. Мила от голода вообще какая-то странная стала. Взяла и убежала.
Может, найдем ее и уговорим поесть? Легко и высоко. Фух. Мила, а мы тебя искали. Я принес тебе нектар, самый сладкий. Поешь. И ты тоже. Дразните меня нектаром, когда я решила есть меньше. Я-то думала, что вы друзья, а вы... Да что с тобой? Ты чего обижаешься? Я не обижаюсь, я голодаю. Я хочу летать лучше бабочек. Легко и высоко. Что со мной? Я летала? Ты упала от голода в обморок. Ну-ка, открывай ротик. Как вкусно! Это варенье, но... Варенье быстро вернет тебе силы и настроение поднимет. Если мало будешь есть, скоро вообще летать не сможешь. Нет, я буду хорошо есть. Теперь мне гораздо лучше. Да, ты повеселела. И сил у тебя наверняка прибавилось. Ты будешь летать лучше бабочек. Смотрите, как высоко Мила теперь летает. И легко. Неужели наш совет ей помог? Для красивого полета у каждого свои способы. И хороший аппетит этому не помеха. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Добрый день. Что в нем доброго? Добрый день. О, тетя Мотя, не хотите сыграть в шашки? В шашки? Мне приходилось играть в шашки. Ах, когда же это было? Помню, играли. А как играли, не помню. А, ладно, поищу кого-нибудь еще. Еще? Кто-нибудь из вас играет в шашки? Бусины. Что это под водой? Не хотите ли в шашки сыграть? Нет! Какой круглый и гладкий камешек! Привет, Лунтик! Не хочешь сыграть в шашки? Здравствуйте! Я не умею играть в шашки. А вы не знаете, что это за камешек? О, это же чьи-то бусины. У кого-то я их видел. У кого? Никак не припомню. Я сегодня много кому предлагал играть в шашки. И рыбам, и плавунцам, и... О, пискарю еще не предлагал. Пискарь Иваныч! Пискарь Иваныч! Чьи же это бусины? О, еще одна. И еще. Так я их долго буду собирать. Надо бы метлу принести. А, мои бусины. Простите, это не вы потеряли бусины? Подождите, я не успела вас спросить. Подождите. Я выигрываю. Теперь я выигрываю. Лунчик, ты что здесь делаешь? Я? Не отвлекайтесь, Пискарь Иваныч. Ваш ход сейчас. А вы проиграли, Пискарь Иваныч. Вот видишь, Лунчик, ты меня от игры отвлек. Все, чтобы я тебя здесь больше не видел. Простите. Пискарь Иваныч, давайте еще партию. Нет, нет, меня еще дела ждут.
Теперь Пискарь Иваныч меня не увидит. Надо же найти того, кто потерял эти бусины. Мои бусины! Извините, пожалуйста, это не ваши? А, Лунтик, разве ты не пошел домой? Вылезай. Я знаю, что ты тут. Дела закончены? Нет, не закончены. Ну, сыграем еще разок. О, мои бусины. О, извините, пожалуйста, это не ваши? Лунтик, я же говорил, чтоб ты тут не появлялся. А, вот вы где. Я еще занят, навожу порядок. Какой беспорядок, Пискарь Иваныч. Мои бусины постоянно уносят. А это, случайно, не ваши? Мои. Держите, всего мокрого. А в шашке? Так это ваши бусины? Это мои бусины. Отнесу их домой, соберу бусы. А можно мне с вами? Я вам помогу. Тетя Мотя взяла с собой Лунтика. Осторожно. Ведь она умела делать бусы лучше всех на свете. И ей было приятно, что Лунтик хочет посмотреть, как она это делает.